Итак, здравствуйте, меня зовут Евгений, это канал Fusion Studio, и сегодня мы продолжаем играть в GTA 5. Ты чё, непробиваемая голова? Убит! Толчок! Он спрятался в толчке! Ничего себе я надел! Отлично! Сейчас взорвется. Ой, я не увидел взрыв! А нет, я увидел взрыв. Только потом. Пост-взрыв. Вон он! Это мотоцикл! Да ладно, мы просрали байк. Так, собрались, ребята. Нам нужно добыть байк. Подожди, не торопись. Жигули. И как мы до сих пор не упустили байкер, я не знаю. Люди, простите. Сейчас мы всех тут. Дерево. Я в него попал. Отлично, берем байк. Я сейчас дам. Встречка, встречная. Бро, я пока что не могу с тобой тусоваться. Ты, конечно, у меня 3 патрона в спине. Я хач или хач? Давай заводи. Ёпта, я машину украл. Так, попасть в дырку. Отлично. Тань, ты долго будешь? Танюха. Танька. Танька пулеметчица, мать твою. Направо. О, отлично. Лаки пупер. Этот столбик тут не стоял. Я так в суде и скажу. Что-то я в управлении ни хера не понял. Как его цеплять-то? Так, сори, все, надо что-то делать. Блин, все, менты нас спасли. 2 звезды. И сзади вон менты. Ой, ёпта, я их вижу. Ну, все, я выбрал себе оптимальный маршрут. Если вы можете наблюдать его на карте, это вообще замечательно просто. Ой, господи, боже мой. Все, чувак, дорога перекрыта. Все, до свидания, чуваки. Вы это самое, по встречке же не поедете, вы же менты, вы же тупые. Вы тупые, вы менты, вы не поедете по встречке. А-а-а, дебилы. Я вас обманул. Заказ не был выполнен вовремя. Нам еще, оказывается, давалось на это время. Жопа. Так, сейчас внимательно смотрим, на что нужно нажимать, потому что в прошлый раз я это дело все просрал благополучно. Машинка! Ой, офигеть, как я... Ой, как я тебя убил, классно. Я не могу просто от себя. Ох, какой я хороший. Левый shift и правый shift. Левый shift и правый shift. Вон, смотрим внимательно на крюк. А, на control, не на shift. О, мы везем с собой крота. Мент! Это был полицейский. Опа, приехали. Задом, задом, подпихиваем. Как его отпустить? Уйди, ты свободна! Тачка, уходи, ты свободна. На, я не знаю как. А, на аж! На аж! Там было написано сверху, прикиньте, я читать не умею. Ой! Стена! Ты не догонишь меня, чертов мексиканец. Умри, хозяин машины. О, я его убил. Это было непреднамеренное убийство в живот. Иди сюда, братан, ты поговорить хочешь? У нас, кстати, кепки одинаковые, ты в курсе? Или это моя кепка? Это была моя кепка! Это моя! Моя кепка! А что если я... Он убил человека, боже мой. Поехали в воду! Ух ты, я по воде проехал только что, я Иисус! Ха! Стена! Разбегаешься, бежишь в стену и получается плясь. И я начинаю рубрику, в которой, собственно, я в конце ролика эпично умираю. Это круто, это молодежно. Ладно, пора принимать меры, связанные с моим дробовиком. Где он? Эпичная смерть, попытка номер 1. Блин! Не эпично. Убийство людей. Давайте к ним подберемся. В спину, как последний вы козлы. Ну, это поэпичнее немножко в спину. Но недостаточно. Старушка. Я их залепил прям в ушко. Старуха. Ой, какой он дерзкий. Ой, вот, вот, прям. Какая маленькая... Машинка. Ой, я сам смотрю. БМВ. Вау.
Проснитесь, женщина. Проснитесь. Она мертва. Проснитесь, женщина. Она мертва. Спасите ее. Че я пешком иду-то, ёпта? У меня что-то столько, смотрите. Эй, подожди. У меня есть для тебя прикольное сообщение ВКонтакте. Тебе прислали. Дебил. Ладно. Сегодня была замечательная серия. Мне понравилось, например. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Меня зовут Евгений. Это канал Юджин Студио. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под этим видео. И будьте счастливы. Всем пока. Остановись. Я разволочу. Так, быстро. Ё, ну жёлтый. Ну что, нахер? О, я дарю. Чё, дерево-то?